всем привет, с вами снова Женек, и сейчас мы продолжим проходить Slender the Erival. Это будет уже третья серия. И нам осталось найти 5 страниц. Ну что мы пытаемся делать, сейчас мы, наверное, скорее всего, пойдем. Ну давайте начинать, короче, ладно. Сейчас разберемся. Не столь важно. Но нам надо еще найти 5 страниц, господи, блять. И я, в принципе, наверное, догадываюсь, где они. Тогда вот контейнер. Нам просто Slender немного дает сделать, и все же. Так, вот отлично, вижу 4-ю. Нам немного Slender дает сделать. Охотись на нас. А, господи, отстань. Отвали, блядь. Так. Я не знаю, блять. Демон. О! Ну там вот есть в каньоне, интересно, нет? Хер его знает. Так, и куда мы пришли? Да, мы пришли мы туда, где я боялся вчера просто лазить. По этим комнатам. Здесь ничего нету. Как же стрёмно, блядь. Здесь вроде тоже ничего нету. Всякие тарелки, блюдца. Блять, а где же здесь может быть страница? Она должна здесь быть просто. Мне кажется. Ну а где нам еще 4 страницы искать? Я просто ума не могу приложить. Вроде пока тихо. Блять, показалось. Ой, блядь, он там. Бля, ну где страницы же? Ну где они могут быть, да ёпта? Козёл, блядь. Я не знаю просто, куда еще и, блядь, идти. Ну где контейнер мы бывали? О-о-о-о, нет! 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 Беги, скотина. Он справа. О! Куда это? Куда эта тропа ведет? Мы, по-моему, там не были. Или были? Нет. Блять, он бежит просто за нами. Так, лестница. Мы можем по ней подняться? Так, ну вон он. Ну как нам пройти? Ой, блядь. Просто приближается пацан. Так. Его длинные руки, да я... О, страница же. Бля, ну сейчас сзади, наверное, уже вообще нагнетающая обстановка пошла. Ужастики. Бля. Так, о, палатка какая-то, палатка. Так, отлично, 6-я страница, блядь. Просто на спринте бегаем. А-а-а, он там. Пипец нам. Все, пиздец. Приплыли. Нам не даст сейчас спокойно здесь побегать. Господи. Тварь. Блять. Ретри, ёпты, ретри, блядь.
после загрузки у меня опять вылетела игра. Видимо, с Фрапсом она не дружит. И мы оказались здесь. Хм. Что-то не очень хорошо помню, где мы. Ну, вроде Слендер нету. Значит, все хорошо. Наверное. Так. Окей. Ладно. Так, ну погнали, погнали. А, ну все, я понял теперь, где мы оказались. И нам снова, наверное, придется собирать эти бумажки. Я понимаю, да, вышка. Вот. Так, давайте какой-то более-менее маршрут, что ли, составим. Давай сделаем, наверное, так. Сейчас берем эту бумажку. Бежим к машине. К контейнерам, к палатке. По-моему, там палатки. Потом к вышке. А там уже нас убьют. Дальше нет смысла что-либо планировать. Подожди, другая машина, да, по-моему. Не столь важны записки, одни и те же. Кого, блядь, до чертиков стрёмно, блядь. Так, контейнер. Так, да, вот вижу бумагу. Бумагу. Все, Слендер начинает, по-моему, уже вовсю за нами охотится. Так, а вон еще машина. Спокойно, уверенно двигаемся. Не, ну относительно, конечно. Спокойно, уверенно. 5. Отлично. За 2 минуты я собрал, блядь, больше, чем я собирал в предыдущей серии. За 15 минут, блядь. Здесь. Вот мы здесь начинали, да, вы помните? Здесь ничего нету. Да. Вот он идет. Так вот. Бери, блядь! Уёбываем, уёбываем. Здесь у нас нет. Тварь подонистая. Отстань. Я не вижу тебя, отстань от меня. Тебя нету. Все, мы собрали 6 записок, отлично. По-любому есть в этом здании записки какие-нибудь. Ну, я не хочу туда идти, давайте. Прям это уже начинает бесить. Сука, иди нахуй. Тварь, блядь, да отвали. Ублюдок. Урод, блядь. Блядь, такой щенок, да я просто загнал себя в угол. Нет, нет, уходим. Понял, понял. Ты там где-то. Бля, ну как же здесь нету записок? Я, блядь, не знаю, где они могут быть еще.
связи с ним в записке. Понял. Вообще не стоило, да? Стоять там. Я понял тебя, Слендер, это твоя вышка. Отвали, блядь. Пиздец какой-то нахуй начинается. Там была записка, я видел. Я видел, там была записка. Отстань от меня, отстань, тварь. Нам надо просто по-хорошему развернуться назад, тебе на самом деле. Так вот, развернулись, отлично. Давай, 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 беги, беги, беги. Беги. Беги, бля. Господи. Подонок. Так, отлично, седьмая. Седьмая. Нам осталась одна записка, Слендер. Слендер, не балуй. Мне осталась одна записка, дай мне ее взять, блядь. Где она может быть? Где она может быть? Я, блядь, не знаю. В том здании, наверное. Я понимаю, ты сзади, господи. Все, нашел. Нашел, но он, блядь, рядом очень. Охуеть. О, блядь! Ебать! Пиздец! Что происходит? Что происходит? Я не знаю, что происходит. Приплыли.